18 мая в детском саду «Светлячок» в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в рамках проведения профилактических мероприятий «Детское кресло и внимание дети» работниками дошкольного образовательного учреждения совместно с сотрудниками ГИБДД были проведены практикоориентированные занятия по изучению правил дорожного движения с применением мобильного автогородка. Как отметил инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения по городу Хасавюрт Абдулнасыр Тавбиев, более 90% наездов на пешеходов совершается в темное время суток, продолжив, что улучшение видимости пешеходов, в частности детей, один из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Проведение профилактических мероприятий в игровой форме помогает детям запомнить данную им информацию. Изучение правил дорожного движения является важной программой для дошкольников. Конечно, вам еще рано на дорогу выходить без старших. И, конечно, играться очень опасно на дороге. Очень много случаев у нас на дорогах, когда дети побегают перед машиной. Ни в коем случае нельзя этого делать. И, конечно, вот то, что вы показали сегодня, на какой свет светофора, это очень хорошо, но это тоже надо выполнять на дороге. Надо быть осторожным. Конечно, в летнее время детей много на улице и на велосипедах катается, и футбол играет. Надо быть осторожным. У нас, конечно, был вопрос и родителям, чтобы вас когда возили, перевозили и в детские сады, и в школы, чтобы их, конечно, сажали детей на детские кресла. Потому что, не дай бог, при аварии там бывает травму получают дети из-за того, что едут без детских кресел. Поэтому желаю вам, чтобы вы всегда были здоровые, веселые, как сегодня. И, конечно, хочу пожелать, чтобы ваши родители вас обучали, какие ваши воспитатели, вот, правилам дорожного движения. Пример родителей, это прежде всего, конечно, и вас, на вас отражается. Обучение детей безопасному поведению на дорогах и улицах являлось главной задачей мероприятия. В завершении Абдулнасыр Тавбиев сказал: «Главный залог безопасности вашего ребенка на дороге – это ваше участие и личный пример. По статистике, использование фликеров снижает риск наезда на пешехода на 65-80%, отметил инспектор ГИБДД. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».